Была там ситуация, никак не распрощаюсь с ней. Был там один крутой Коля или не Коля, Дима, похуй. Видел родители, не воспитывали или воспитывали плохо. А, Коля был террорист, Коля был садист. Рядом с Колей срать, лучше не садись. Во время тихого часа с Колей хуй поспишь. Коля пробивает тех на очень странный движ. Понюхай мою жопу, погрызи мой ноготь. Эй, девчонки, дайте письку потрогать. Поцелуй не спать, давай шевелись. И землись, почему ты, сука, землись? А если позовет, с крыши прыгать всем стадом? Позовет, пойду, бегать не стану. Короче, Коля супер-псих, своей чудо-шизе. Короче, Коля отморозок и будущий зэк. И вот однажды Коля обосрался просто-напросто. Буквально наложил штаны и на простыне. Ни один мускул не выдал, Коля стоял таким видом. Мол, в теории получилось, все так и было. Коля в ржете дебила, вся в соседней кровати. Мне все видно сзади, да не воняет. Пиздец на весь садик. Я люблю рыть, и не отчаются. Холод стоит по колено, как огне.